Каждому человеку нужно съедать в день 0,5 килограмма фруктов и овощей. Эта рекомендация была озвучена Всемирной организацией здравоохранения. В ходе акции возле Центра здоровья в Конищево рязанцам предлагали яблоки и груши бесплатно вместо пирожков. Пирожки, в принципе, не могут являться здоровой пищей. И вообще они не могут быть альтернативой фруктам, потому что в пирожках, может быть, к сожалению, для многих нет ни витаминов, ни микроэлементов, ни клетчатки, такой необходимой для нашего кишечника. То есть сейчас уже всеми врачами признано, что иммунитет – это в первую очередь здоровый кишечник. А клетчатка, которая содержится в большом количестве, ну, практически только в овощах и фруктах, это питательная среда для нашей микрофлоры. Съесть 500 грамм фруктов и овощей нетрудно. Это либо 3 любых фрукта и 2 овоща, либо наоборот. Доктора поликлиники внесли свой вклад в здоровье горожан. Каждому они предоставили практически дневную норму фруктов. Людям останется съесть еще один любой фрукт. Я рекомендую фрукты как и овощи как отдельный перекус. То есть не нужно смешивать их с основным приемом пищи, нужно их отдельно между приемами пищи кушать. Например, замечательный перекус будет, если вы съедите яблоко, грушу и банан. А овощи уже доберете, допустим, в следующий перекус. Либо они у вас пойдут гарниром к основному блюду. Когда вы перекусываете, что вы хотите съесть больше? Ну, больше, наверное, яблок. Я грушу, наоборот. Пирожки не хотите? А то многие любят. Нет, больше все-таки на овощах. И вот с соседкой делюсь кабачками. Ну да. Ой, как рад-то. Скажите, а почему вы до этого уже яблочек купили? Купили яблочек, да. Почему мальчику? Чего? Любишь яблоки? А к пирожкам как относитесь? Нормально. Да? А вы знаете, что в них нет вообще ничего полезного? Для... Знаю, но они вкусные. Пирожки, ну, в нашем возрасте уже, чтобы не полнеть, я пирожки не ем. Вы молодец. Лучшим перекусом, по мнению докторов, может быть яблоко, орешки и сыр, съеденные вместе. Тогда и чувство сытости приходит, и питательные вещества в большом объеме поступают в организм. Это сразу клетчатка, растительные жиры и микроэлементы – магний, кальций. За время проведения акции я заметила, что за яблоками подошел практически каждый прохожий. А вот пирожки купили всего лишь 5-6 человек. Оказывается, граждане как будто чувствуют, что нужно их организму. Возможно, тело само подсказывает, что ему необходимы фрукты и овощи, а не пирожки. Ведь и от перекуса пирожками нет никакой пользы. Доктора называют это блюдо пустышкой.